Добро пожаловать в SwiftDial, современную легко настраиваемую экспресс-панель для вашего браузера. Вот чем она может быть вам полезна. Используйте главное меню, чтобы открыть панели, добавить сайт, группы сайтов, общие настройки и справка. Вы также можете использовать для этого контекстное меню. Переключайте панели в скрытый режим, нажав на пустое место на домашней странице. Вы можете вызвать скрытую панель, переведя курсор мыши к границе экрана, где виден край этой панели. Закрывайте панель на крестик или клавишей Escape на клавиатуре. Используйте иконку SwiftDial на панели инструментов браузера, чтобы легко добавить посещаемые вами сайты в экспресс-панель. SwiftDial может генерировать изображения, иконки и скриншоты для сайтов. Вы также можете добавить их вручную из файлов или указав их веб-адрес. Добавляйте сайты вручную с помощью панели «Добавить сайт». Меняйте порядок сайтов, перетаскивая их. Управляйте сайтами с помощью контекстных меню. Организуйте ваши сайты в группы и переключайтесь между ними. Управляйте настройками SwiftDial с помощью панели «Общие настройки». Используйте одно изображение, цвет или слайд-шоу из нескольких изображений в качестве фона SwiftDial. Выбирайте эффект наведения мыши. Выбирайте любой из более чем 3 миллионов цветовых оттенков настраиваемой темы меню. Имеются также стандартные светлые, темные и контрастные темы. Автоматическая тема меню выбирает светлую или темную тему в зависимости от настроек вашей системы. Настройте размеры, округлость углов, видимость фона, а также контур плиток сайтов. Отображайте или скрывайте заголовки сайтов и выбирайте их цвета, расположение, видимость фона и размер. Увеличивайте или уменьшайте расстояние между сайтами и границами экрана. Выберите, в какой вкладке, текущей или новой, будут открываться сайты по умолчанию. При открытии сайта в новой вкладке есть возможность автоматически переходить на открывшуюся вкладку или оставаться в текущей. SwiftDial может информировать вас об обновлении до новой версии. Свободно экспериментируйте с уверенностью, что всегда сможете восстановить ваши настройки и сайты из резервной копии или вернуть SwiftDial к начальному состоянию с помощью панели «Общие настройки». Дайте разрешение SwiftDial, чтобы использовать дополнительные функции, и заберите их в любой момент через менеджер дополнений браузера. Версия дополнений для Firefox панели «Общие настройки» также имеет собственный менеджер разрешений. Разработка SwiftDial постоянно добавляет новые функции и улучшения. Попробуйте и расскажите нам, что вы думаете, оставив отзыв или с помощью нашего контактного email адреса, который вы сможете найти в разделе «Справка». Благодарим за просмотр данного видеотура и знакомство со SwiftDial.